поздравления, пожелания молодоженам. Молодоженам? Я, конечно, в первую очередь желаю любви огромной, чтобы они ее пронесли через всю свою жизнь. Ну, всего самого-самого им хорошего. Спасибо. Мама немногословна. А скажите, как вы думаете, кто их хиро будет, мальчик или девочка? А кто бы у них ни был, это будет большое счастье для меня, потому что я буду бабушкой. А бабушка – это бабушка. Помогать в воспитании будете? Нет, не будем. Не будете помогать? Нет, мы помогать воспитанию. Воспитывать мы не будем. Мы будем помогать только в другом плане. Воспитывать нет. Пусть они сами воспитывают. Это же их ребенок. Дима, Катечка, поздравляю вас с днем свадьбы. Счастья вам. Ну что еще сказать? Мы вас любим, все, всего хорошего. Самая удача, чтобы была рядом всегда. И чтобы друг друга любить, наверное, да? Прежде всего, желаю любви, чтобы любили друг друга на протяжении долгих-долгих лет. Это самое главное. Ценили, уважали друг друга и доверяли. Ну, я хочу пожелать Катюшке и Димке. Самое главное – это любви, счастья, уважения в семье. Ну и много-много деток. Ваши несколько слов, поздравления, пожелания молодоженам. Нам надо начать подумать. Можем попозже. Так вот нас нельзя. Желаем счастья. Как-то... Детишек побольше. Всего хорошего. Потом все еще, потом пожелаем за столом. Я хочу пожелать молодым, чтобы у них такой настрой, как вот именно сейчас, в данный момент, в данную секунду, сохранялся на протяжении долгих-долгих лет. Я уверен, так и будет. Хочу пожелать долгой, совместной, дружной жизни, взаимопонимания, вот, и счастья на всю жизнь. А мое еще дольше. Прожили бы, чтобы, как я, 40 лет. Чтобы жизнь их была долгой, счастливой. Ни в чем они, что запланировали себе, все сбывалось. А как вы думаете, кто у них будет первый, мальчик или девочка? Не знаю, кто, но я хотел бы мальчик, а как у них будет, это неизвестно. Я здоровый. А вы помогать в воспитании будете? Ну а как же, куда же мы денемся? Кто положит, да. Спасибо. Желаю, конечно, счастья, понимания, семейной счастливой жизни, чтобы детки появились в ближайшее время. Ну, всего самого наилучшего. Самое главное – здоровье, как говорится, чтобы здоровье никакие цари не могли купить, все это здоровье. Денег побольше – это обязательно, сейчас не надо стесняться. Богатство и детей, все. Чтобы здоровье все было, все от души. Ну, я хочу пожелать любви, это, наверное, самое главное. Взаимопонимание, уважение. Чтобы ценили друг друга и, несмотря ни на что, всегда были вместе, поддерживали. Я думаю, ну, наверное, семья на этом складывается. Вот. Ну, я желаю им счастья и благополучия. Вы как думаете, кто сегодня букет невесты поймает? Я! А под Яской кому достанется, не сидим случайно? Подложной невесте. Нет, он у нас уже женат. Что я могу пожелать своей сестре? Ну, конечно же, только самого лучшего, самого хорошего, чтобы никогда она не ругалась с Димой, чтобы у них все было ладно, все хорошо, деньги, чтобы всегда водились, самое главное. Всегда был мир, покой в доме, здоровье, детей здоровых. Что я могу пожелать своей сестре? Только самого лучшего. Только самого хорошего. Самого-самого. А как вы думаете, кто сегодня поймает подвязку? Подвязку и будут кидать? Ну, будут кидать, кто думает, поймает? Ну, там уже судьба. Он Лёша поймает. Он же так замуж хочет. А букет невесты тогда что-нибудь положите, кто может поймать? Ну, если его будут кидать, то я поймаю, Света поймает. Мы там скинемся, разберемся. Разорвем, да?